Всем привет! У нас сегодня простой, легкий в приготовлении и самое главное вкусный рецепт из кабачка. Итак, поехали! Для приготовления нам понадобится непосредственно кабачок, сыр, фарш, солька и приправа. Начинаем с кабачка. Режем на кружочки примерно по сантиметру. Затем все это дело отправляем в мисочку и солим. Посолили, перемешали и оставили на минутку. Затем берем фарш, немножко приправ, сольки и опять же все тщательно перемешать. После чего берем наши кабачки, фарш вот так накладываем и кладем в противень. Собрали наши кабачки и фарш в одну тару и отправляем на 20-30 минут при 180 градусах в духовку. Побежали. Пока наши кабачки в духовке, натираем сыр. Прошло полчаса. Посыпаем сыром и отправляем опять же в духовку на минут 15. Наши кабачки простояли еще 20 минут в духовке. Пришло время дегустировать. Кабачки получились нежные, сочные и очень вкусные. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!